что вообще? Пляжный отдых с комфортом. В Сухиничах на берегу местного искусственного пруда городские власти организовали благоустроенный пляж. Почистили территорию, завезли дополнительный песок, подвели электричество, а главное – открыли спасательный пост. Впечатления местных жителей в нашем следующем сюжете. Старый пляж вдохнули новую жизнь. В преддверии самого жаркого сезона в году администрация города Сухиничи позаботилась о своих жителях и подготовила им место для отдыха. Расширенная территория, обновленный песок, очищенная вода и подведенное электричество. Все эти результаты стоили немалых усилий и затрат районного бюджета. Завсегдатаи пляжного отдыха сразу же оценили новые блага. Мы очень рады, что у нас появился такой чистый пляж. Вода чище некуда. По сравнению с тем, что было в прошлом году, намного лучше стал пляж. Наверное, даже больше. Стало совместили второй и третий пляж, и стало намного больше. Да, очень расширили хорошо. Новшества коснулись охраны порядка. Теперь здесь будут дежурить спасатели. Не оставят сухиничан и без пляжных развлечений. На нашем сухиничском городском пляже мы оказываем услуги по катанию жителей на гидроцикле, обучаем кататься на водных лыжах, также катаем на таблетке. Ну и со временем, наверное, спектр услуг будет расширяться. Так что прогнозы синоптиков о грядущей жаре жителям Сухиничи теперь не страшны. Ведь чтобы насладиться пляжным отдыхом, далеко ехать им не придется. Валерия Кузнецова, Юрий Хвостов, телекомпания «Ника ТВ» при содействии Сухиничского телевидения.